Хонда. Удар! 1-0, ЦСКА выходит вперед. Кейсуки Хонда. Ну вот такой штрафной ЦСКА заработал. Особо даже и не празднует мяч армейцы Москвы. Понимая, что это еще дело не сделал. Забит только первый гол. 1-0. Боли. Слышали, как ругался на свою стенку? Ну а тут не долетел. Всем своим ростом тянулся к мячу, но Хонда забивает роскошный гол со штрафного. 1-0. До 19 минуты уложились. В таких случаях часто мы говорим, что это быстрый мяч. То, что нужно было армейцам при той закрытости, которую...